какими-то эпизодами доволен, какими-то недоволен. Доволен, например, тем, что очень ответственно играли в обороне. Доволен тем, что хорошие были контратаки, выбегания, когда забит первый мяч, еще мы могли 2-3 мяча забить. Первый тайм, опытные люди все-таки, разное сочетание, новое сочетание, которое мы еще не видели до сегодняшней игры, это Юсуф и Михалик, центральные защитники. Второй тайм — молодежь. Ну, приятное впечатление о том, что все борются, стараются, и нету пассивных на футбольном поле, не отбывают номер. Ну, еще работа и работа.